скажите, как вы относитесь к критике? Она бывает продуктивной? Я очень уважаю критику музыкальную, когда реально люди разбираются в предмете, о котором они говорят, и готов профессионалов захлеб слушать, пускай говорят, а я буду делать выводы. У меня нет звезды во лбу с точки зрения, что я знаю все, и мое мнение или моя музыка, или моя позиция жизненно неоспорима. Я готов разговаривать всегда, но, конечно же, я уже сложился с точки зрения творчества. Вряд ли буду меняться, но расти буду, и музыкальные критики в этом участвуют. Они штрихуют немножко где-то, даже не штрихуют, рихтуют немножко, да. Вот. Ты обращаешь внимание, ты волен слушать все, а выводы сделаешь свои, что тебе нужно, что не нужно. Поэтому главное, чтобы критика была профессиональной. География ваших выступлений очень обширная. Расскажите, какое самое запоминающееся место было вашего концерта? Камчатка. Почему? Ну, потому что долететь туда сложно, а места потрясающие, люди замечательные. И я люблю и уважаю все города, каждого зрителя. Но этот каждый зритель, я думаю, с удовольствием сам бы оказался на Камчатке. Я рад, что в силу профессии мне это удалось посмотреть край нашей страны. Расскажите еще о местах рождения ваших музыкальных детей. Где вы их пишете и как? Песни пишутся везде. Они абсолютно везде, нет никаких критериев, как и когда написать песню. Они живут сами по себе, где-то в воздухе. Я их забираю просто оттуда, в разные периоды своего состояния и настроения. Уважаемые зрители фэшн-концерт, это Денис Майданов, и передаю всем огромный привет. Рад с вами встречаться, рад с вами видеться. И всегда, когда я пою свои песни для вас, я всегда думаю о том, чтобы вы получали хорошее настроение. Смотрите фэшн-концерт, не будем расставаться, и пускай будет побольше хороших песен, которые дарят нам хорошее настроение.